Ми продовжуємо програму «Новий день», і зараз я хочу представити вам наших гостей. Вони завітали до нас із дуже серйозною темою, тому я дуже прошу уваги, ваші шановні друзі. І нагадую, наш номер студійного телефону 76-92-42. Можете приєднуватися до нашої розмови, бо це дуже важливо. Отже, представляю в нашій студії, це завідувач хірургічним відділенням номер 2 обласного онкодиспансеру Василь Запухляк, а також заступник головного лікаря Валерій Джуринський і Людмила Чинякова, міський позаштатний акушер-гінеколог. Доброго вам ранку. Доброго. У нас дуже така важлива тема. У Миколаєві проводиться місячник боротьби з раком грудної залози, і про це саме є нагода поговорити з вами. Чому ви вибрали саме ось наш такий ранковий майданчик? Ви вважаєте, що зранку потрібно говорити на таку тему? Ну, давайте я скажу. Я вважаю, що на цю тему можна говорити і потрібно говорити і зранку, і днем, і ввечері. Тому що це дуже велика проблема. Рак молочної залози в структурі онкологічної захворюваності населення загальної, це і чоловіки, і жінки, займає третє місце, а серед злоякісних захворювань жінок він займає перше місце. І за останні роки має тенденцію до зростання. У нас на диспансерному обліку в облонкодиспансері знаходиться більше 5177 жінок з раком молочної залози, а в закладах охорони здоров'я області знаходиться на диспансерному обліку ще 21 тисяча жінок, у яких уже виявлено передпухлинні захворювання молочної залози, які, якщо вчасно їх не лікувати, можуть дати потім ускладнення у виді розвитку раку молочної залози. І учитывая, що, враховуючи, що Миколаївська область знаходиться серед лідерів по кількості захворювань раку молочної залози, тому для нас цей виступ і цей місячник, який проводиться, є вкрай актуальним. Проводиться він з 2005 року, день відкритих дверей, присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком молочної залози. В цьому році, враховуючи його актуальність, Мінздрав запропонував провести в усіх закладах охорони здоров'я області не тільки день відкритих дверей, який проводиться щороку 20 жовтня, але цілий місячник. У нас є сюжет, як відбувається місячник у нашому місті, в нашій області. Давайте його подивимось, а потім повернемося до теми нашої розмови. Згідно статистики, кожна п'ята жінка нашої країни може бути хворою на рак грудей і навіть цього не підозрювати. А все тому, що байдуже ставиться до свого здоров'я, уникаючи профілактичних обстежень. Саме тому, щоб залучити до обстежень більше жінок, покликаний місячник безкоштовного онкопрофогляду у мамолога – обласного онкодиспансеру, який триває у Миколаєві з 20 жовтня. Мы хотим как бы привлечь внимание женщин к этой проблеме. Женщины должны быть обследованы, женщины должны быть здоровы, женщины должны быть уверены в своем здоровье и в своем завтрашнем дне. Поэтому эта акция проводится ежегодно. Женщины приглашаются на прием. А зараз я на власному досвіді пройду профілактичний огляд у мамолога. Діагностика розпочинається пальпаційним методом. На дотик лікар може визначити властивості тканин та органів, їхній стан, розмір, форму, консистенцію, а також болючість досліджуваного органу. Таку методику лікарі радять застосовувати для самообстеження і в разі необхідності направляють на ультразвукове дослідження. Ваша ситуация состоит в том, что у вас нет проблемы молочной железы, у вас есть немножечко вот такой дисгармональный фон, который требует наблюдения и небольшой коррекции растительными препаратами. Как вариант, есть препарат мастодинон, это немецкий препарат фирмы Бионорика, с основной составляющей это прутняк, травка прутняка, он уменьшает жидкость в протоках. Но чтобы полностью обследовать вашу грудочку, конечно, неплохо бы сделать сейчас УЗИ. Ультразвукова мамографія як метод виявлення патології молочної залози почала використовуватися відносно нещодавно, але її діагностична функція не поступається рентгенографії і більше того є безпечнішою, адже при УЗД не використовують шкідливі випромінювання. І, до речі, ця процедура є абсолютно безболісною.
На каждый день приходят женщины с проблемами с молочным железом. Соответственно, мы проводим ультразвуковую диагностику по направлению, как правило, наших врачей, мамологов, которые проводят предварительный осмотр и выбирают метод исследования. Либо это ультразвуковая диагностика, либо это маммография, в зависимости от того, какую информацию они хотят получить. Соответственно, женщина приходит к нам, мы проводим исследования на ультразвуковом аппарате. Треба сказати, що УЗД призначають як один із профілактичних методів ще з огляду на вік, адже вважається, що рентгенографія більш показана жінкам після 40 років. Мамограма на рентгенівському знімку здатна виявити найменші пухлини та патології молочних залоз, є невід'ємною частиною спеціальних програм по боротьбі з раком грудей. Какая-то патология в более репродуктивном возрасте, она лучше видна на ультразвуковых исследованиях. Маммография – это уже более для женщин в возрасте, скажем так. Пройшовши мамологічне профілактичне обстеження на власному досвіді, я переконалася, що нічого страшного та болючого зі мною не сталося. Я впевнила, що здорова. І зрозуміла, не завжди від лікарів щось залежить. Інколи ми самі не звертаємо увагу на тривожні симптоми свого організму. Треба слідкувати за своїм здоров'ям і, як мінімум, один раз на рік відвідувати подібні обстеження. Ми приглашаємо всіх, хто хоче бути здоровим, хто хоче бути не тільки сьогодні, сейчас чувствовать себя, но и быть уверенным в том, что у него нет никаких проблем, хотя бы один раз в году посетить гинеколога, маммолога, сдать необходимый перечень анализов. На жаль, за сумною статистикою, рак грудей займає чи не перше місце серед онкологічних захворювань. Шановні телеглядачі, у вас є змога пройти профілактичний медичний огляд, щоб завчасно попередити хворобу. Ми продовжимо програму «Новий день» і продовжимо розмову з нашими гостями. От наша Оля Руда пройшла профілактичне обстеження і зробила правильно. А зараз поговоримо про те, які статистичні дані, наскільки жінки відгукнулися на ось цю ініціативу провести місячник і перевірити під час цієї нагоди своє здоров'я. Ну, я скажу и подчеркну проблемы, действительно, медико-социальная проблема огромная. И действительно, заболеваемость – это не только в Николаевской области, по всей Украине и во всем мире, в высокоразвитых странах. Очень высокая заболеваемость и лидирует на первом месте среди онкопатологии молочная железа. Если взять по статистике, 50 больных каждый день регистрируются с раком молочной железы на Украине. И, к сожалению, 25 женщин умирают от этого заболевания. Вот. Если подчеркнуть медико-социальную проблему, вот, она уже давно, более двух десятков лет, имеет место движения «Розовая лента». «Розовая лента» – это инициировано с 90-го года, и такое движение включили все люди, которые значит, включились в борьбу с этим таким тяжким недугом. И к этому движению присоединились такие знаменитости, как и короли, и королевы, и президенты, и такие знаменитые компании, концерны, автомобильные концерны поддержали это движение. И с 15 января 2005 года был президентом Украины издан указ о выделении дня борьбы с раком молочной железы. Основная задача какая? Чтобы подчеркнуть и обратить внимание на эту проблему. Значит, основная, ну, задач много в этом движении, но основная задача – это информирование населения. Информирование о самой такой важном моменте и краеугольном камне – это ранняя диагностика, потому что это единственный путь для того, чтобы снизить смертность от рака молочной железы – это раннее выявление. Ранее выявление, значит, в диагностике, мы подошли к диагностике, и уже в ролике говорили о методах диагностики, но я хочу подчеркнуть, основные методы диагностики – это самообследование. То есть женщина самостоятельно, как правило, 8 женщин из 10 самостоятельно обнаруживают у себя опухоль молочной железы, и при своевременном обращении и начатом лечении она эффективно борет, эффективные результаты есть при лечении этого.
это заболевание. Треба самому не залишатися на самоті своєї проблеми, а приділяти увагу своєму здоров'ю і прислухатися до своїх відчуттів. Да, по результатам ВОЗ тільки 20% медицина допомагає, як кажуть, в боротьбі з цим заболіванням, а остальное – це жінки, і самостійно повинні слідити за своїм здоров'ям і самостійно уділяти себе внимання. Значить, метод самообслідування, він проводиться з 20-летнього віку ежемесячно, в першу неділю після місячних. Вот, методики общеизвестные, и он простой, не требует никаких экономических затрат и эффективный в плане диагностики и в плане своевременного обращения за медицинской помощью. Но что я хочу сказать. Метод обследования проводится не с целью обнаружения опухолевых процессов или каких-то, а с целью, с целью уточнения, что все, в принципе, женщина здорова и молочные железы, значит, ее здоровы. А диагноз уже ставят лекари? Да, и диагноз ставят медицинский работник, куда обращается. Обращаться надо непосредственно к врачам по месту жительства, или семейным врачам, или чаще всего обращается к гинекологам, которые занимаются этой проблемой на местах, и непосредственно к врачам-маммологам в специализированном учреждении, в данном случае онкодиспансер. Мы консультируем, вот у нас, в принципе, маммологическая служба, она представлена на этом ролике, и действительно высококвалифицированно работают врачи, которые имеют подготовку и на Украине, и за рубежом имели подготовку. Имеется все оборудование для того, чтобы диагностировать эту патологию. Инструментальная диагностика, это и маммография, это и УЗИ, исследования, которые проводятся в диагностическом режиме. И морфологическая диагностика, которая является окончательной диагностикой и подтверждает данный процесс в плане уточнения диагностики. Сколько до вас звернулося жінок ось с початку цього заходу, с початку місячника? Якась активність спостерігається? Да, дело в том, что основные направления этой акции проводили День открытых дверей. То есть мы проводили консультативную помощь всем, которые обратились к нам за консультацией. И, в принципе, если взять 20 октября, значит, у нас было принято около 110 больных. Значит, выявлено было 52 патологии молочной железы. Это не опухоли молочной железы, а предопухоли заболевания, и с них уже, которые повторно обратились. И выявлено было 6 опухолевых образований молочной железы. То есть, которые подтвердились и при инструментальной диагностике, и при морфологической диагностике. То есть, такой путь эффективный и, в принципе, является в плане диагностики результативный. И мы не только 20 октября, а мы, начиная с 20 октября, каждый четверг проводим День открытых дверей, и уже около 440 человек принято. И, в принципе, проведена такая диагностика в плане выявления опухоли молочной железы. То есть заход можно вважати успешным? Он не просто для галочки проводится, а залучает больше и больше людей? Да. В принципе, эти мероприятия надо проводить не только в онкодиспансере. Значит, День открытых дверей надо проводить всех. И, в принципе, предусмотрено проводить всех лечебных учреждениях. То есть информировать население, в первую очередь информировать о важности ранней диагностики, информировать о методе самодиагностики, который является очень эффективной, и нацеливать женщину на своевременное обращение за консультацией, за медицинской помощью для эффективного лечения данной патологии. Страшно даже уявити, что чувствует человек, який ставляет відповідний диагноз. Але чи треба опускати руки, чи привід це махнути на себе рукою? Що, як потрібно діяти в такому випадку?
такого? Ну, во-первых, я должна сказать, что онкопатология на сегодняшний день развивается широко, есть новые методы лечения, есть новые возможности лечения. Что хотелось бы сказать по городу? Василий Иванович замечательно рассказал, как проводятся дни открытых дверей в онкодиспансере. Я должна сказать, что абсолютно все акушер-гинекологи города Николаева проводят обследование молочных желез. В общем-то, патологию молочной железы может выявить любой специалист. После этого следует перенаправление. Перенаправление в женские консультации, перенаправление в онкодиспансер. За 9 месяцев этого года впервые выявлено 199 новых случаев рака молочной железы. Женщины все проходят специализированное лечение, и я думаю, что это лечение принесет эффект. Но что на себя обращает внимание? Замечательно было сказано о том, что очень важно самообследование молочной железы. Так вот, из этих случаев 50% женщины обнаружили у себя заболевания сами и пришли уже с тем, что у них были проблемы. А скажите, это... чи не запізно це, коли вже жінка сама выявляется. Об этом мы и говорим сегодня. Для этого и проводятся и дни открытых дверей, и месячники, и различные мероприятия, и привлечение женщин города, области к тому, чтобы они стыдились за своим здоровьем, чтобы они любили себя. Потому что очень многие вещи можно выявить на более ранних стадиях, чем возможно выявить человеку самому у себя. Что еще обращает на себя внимание, это то, что очень возросло на сегодня количество женщин, имеющих фоновые заболевания, доброкачественные заболевания молочных желез. Очень часто женщины недооценивают факторы риска, возможности развития на этом фоне в дальнейшем рака молочной железы. Поэтому мы много говорим на эту тему, мы много говорим о профилактике данных заболеваний, мы много проводим различных мероприятий, объяснительных бесед по городу, вот, для того, чтобы предупредить эти заболевания, для того, чтобы вовремя их пролечить. Естественно, если есть какое-то образование, никто их не будет лечить самостоятельно где-то у какого-то врача в частном кабинете, либо в наших лечебных учреждениях города, естественно, не перенаправляются на онкодиспансер. Но если есть заболевание диффузной формы мастопатии, то они, конечно же, лечатся специалистами женских консультаций, врачами-акушер-гинекологами. Очень давно была принята такая тенденция к тому, что гинекологи оказались на той первой линии, которая помогает женщинам, которая лечит их именно с такими заболеваниями доброкачественными молочных желез, для того, чтобы вовремя предупредить, вовремя пройти лечение и тем самым избавить женщину от страха и возможности иметь рак молочной железы. Кроме этого, я что должна сказать, что я призываю абсолютно всех женщин города Николаева и области любить в первую очередь себя, вовремя проходить осмотры для того, чтобы было спокойствие в вашей семье, чтобы не страдали ваши близкие, не страдали вы сами. И при этом никогда не надо бояться слова «онкология», не надо бояться слова «рак». Мы живем в современном мире, и современный мир дает вам возможность продлить жизнь, вовремя вылечить и быть здоровыми на будущее. Дякую, чудова відповідь, правда, чудова розповідь. Я от вас слухаю, і запитання просто крутиться на язиці. А ви говорите про те, що жінка повинна поважати себе, доглядати себе, любити себе. Чи люблять себе наші жінки Миколаївської області? Як вони ставляться до себе? К сожалению, должна отметить, мы очень часто сбрасываем проблемы на социальные факторы, на какие-то недостатки материальные, и тем самым уходим от проблемы собственного здоровья, не понимая, что профилактировать всегда легче, и профилактику проводить всегда проще, чем в дальнейшем лечить. В конце концов, это тоже будет показателем и финансовых затрат вашей семьи. Поэтому профилактика прежде всего. Я не знаю, в рамках этой программы есть ли повод говорить о том, о тех вредных факторах, которые приводят, и то, что на сегодняшний день происходит
повальное увеличение табакокурением, злоупотребление алкоголем, неправильный, неумеренный прием различных препаратов гормональных и много-много-много различных вредностей, которые есть на сегодня, которые провоцируют женщину к тому, что у нее возможен рак молочной железы. Мы помним о том, что на сегодня есть генетическая предрасположенность, наследственная предрасположенность к раку молочной железы. Вы знаете эти факты. Да, действительно, возможно, и в нашей стране перенаправление обследования, но для этого есть абсолютно четкие критерии. Самое главное, чтобы каждая женщина помнила, до 35 лет обследование молочной железы – это самообследование в первую очередь, на втором месте – это обследование у гинеколога, на третьем месте – это УЗИ-диагностика. Во всем мире рекомендуется в 35 лет сделать первую маммографию. Если все нормально, в таком случае дальнейшая маммография до 40 лет делается раз в 2 года. После 40 лет рекомендуется по всем стандартам обследование молочной железы, УЗИ и маммографии ежегодно. Если у женщины есть какая-то наследственная предрасположенность к раку молочной железы, обследоваться она должна дважды в год. Элементарно, просто, и все это возможно в наших условиях и не требует чего-то невероятного, каких-то невероятных затрат. Кроме маммографа, который находится в онкодиспансере, все жители города знают о том, что маммограф находится на Маломорской 7, в женской консультации, он там установлен, он работает, работает ежедневно, возможность пройти всем жителям города есть, никаких проблем на сегодняшний день не существует. УЗИ-диагностика тоже доступна в любом лечебном учреждении. Дякую вам. Я сподіваюся, що наші жінки знову ж таки послухали вас, зібралися і прийшли на обстеження. Поки ще до якого числа триває місячник? Місячник триває до 20-го, тобто сьогодні, да? Сьогодні закінчується. Вот. И хочется сказать, что действительно женщины напутствие такое должны постоянно следить за, в любом возрасте за своим здоровьем, обращаться своевременно к врачам, проходить профилактические осмотры и всегда знать, что ваше здоровье – это ваше счастье и счастье ваших близких, которые вас любят. Вот. Поэтому будьте себя внимательны и берегите себя. Дякую вам. Мне хочется побажати вам поменьше пацієнтів, а нашим жінкам побільше здоров'я.